Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ай, молодец! Ай, сегу весь. Для чего я его снимаю, это самолет? Это самолет фирмы Nine Eagles, называется Extra 300. Давно он у меня, наверное, это одна из первых моих моделей. Вторая, если сказать. Я на ней учился летать. До сих пор летает, как видно. Мотор коллекторный, тяги маловато. Ну, полет вы видели, все в порядке. Крыло усилено карбоном. Что еще? Пропеллеры запасные есть. Это вот такой некрасивый пропеллер, потому что приземления были неважные. Хочется мне его, ну, подарить, наверное. Ну, подарить совсем бесплатно, как бы и не очень. Покупал я его по нынешним ценам, если посчитать, то там не очень дешево. Ну, наверное, года 2,5 назад. Порядка 2500 отдавал. Где-то долларов 70. А сейчас я видел, что и по 90 такие продают в Китае. Короче, кто первый мне предложит 1000 рублей, отправлю, только пересыл отдельные деньги. Вот так вот. Ну, практически подарок. Здесь у нас дарить некому, не увлекается никто. Значит так, 1000 рублей и плюс пересылка по России. Ну, я думаю, если недалеко от нас, от Ростова, значит, это будет рублей 200-300, если куда-то за Урал, ну, может, 400, это предел. Все, всем пока, если видео понравилось, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, пишите комментарии, да, уже сказал. Всем до свидания.